темы. КОС, ГУС-ГУСДАК, а какая часть? Авто по звуку, авто по салону, авторазборка, алгебра, анатомия, биология, вспоминаем дружно. Всратый юмор, геогестр, геометрия, география, история, киберкотлета, кому не пофигу, литература, математика, такси, физика, химия, что за покемон? Татуху давай, Толь. Да. Вспоминаем дружно за 100. Ты думаешь, Иван напи***л опять? Да. Опа! Чудовищно! Я не верю! Это прям ультра уголок пи***ла получается. ГУС-ГУСДАК. До свидания. А я бы ответил другое. Ах, солевой, солевой, солевой. Музыка, праздник, сплошное веселье. Ах, солевой, солевой, солевой. Толя, это же я был. Кого убили? Толя. Да. Metal Company. Правильно? Вы тоже, да, по в конце звука вот этом. Да-да-да. Ну, бегу уверенно вперед, туда же, где мы с тобой в прошлый раз встретились. Я предлагаю объявить Киру этот, блядь, как его, импичмент. Саня, я волчичика нашел. У нас ауфка домашняя. А я... Что, блядь? Ауфка. Ой, баба! О, тут целая львиная стая. Palworld? Это, да, по-моему, был... нет. Нет. Блять, пизда. Это больше на Майнкрафт похоже. Я, да, люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Там были не волки, там был Кир. Вот так тебе и надо. Ну иди, что встал, давай. Давай, то они сейчас прилетят. Кто меня толкнул? Гольф. Гольф with your friends. Golf with your ex-friends. Ex-friends. Неправильное название написали. Пятихатка. Скажите, как он побежит на нас. Ты услышишь. Лутай. У меня есть мысли ко мне, погнали. Я лутаю. Давай, давай, уходим. Ха, лох, ебать. Алло. Дредхангер? Не думаешь? Знаю. Хорошо. Не, не, но только в этой игре могла это сказать. Во всех так говорит, да. Синус, тангенс, котангенс. Юар, спасибо за фоллоу. А, Льюар, наверное, да? Забыл, прикинь. Нет, не прикидывают. Синус, тангенс, котангенс. А, чего не хватает? Карин Крей, спасибо за фоллоу. Косинус. К сожалению, время уже вышло. Нет. Был дан ответ вышло. После. Чат, вы когда думаете? Мне кажется, что время синус, вышло, косинус, он тангенс, уже котангенс. После. Уже окошко исчезло, уже появлялось с ответом. Полтос. Вопрос. Ладно, за сотку засчитаем. Ну ты на очевидный ответ. Тебя нужно за это наказывать. Он может означать одежду в общем или отличительного стиля в одежде, отражающей социальную, национальную, региональную принадлежность человека. Он может также означать художественное сочетание аксессуаров на картине. Косынка? Ладно. А как? Андрей, хватит чат палить, блядь. Во? Какая косынка, блядь? Нет, там же написано было религиозно, социально и так далее. Косынки. Это приспособление для поддержания веса тела пациента при стоянии и ходьбе. Применяется при нарушении функции опорно-двигательного аппарата вследствие болезни или травмы в период реабилитации. Костыли. А, кос. Понял. Артем на пятом вопросе. А, кос. На третьем, давай не будем. Сказал Саша. Режет траву, а не пашет. Режет траву, вжик-вжик-вжик. Что в руках твоих, мужик? В палке нож приделал сам. Получилось. Вот. У меня был еще вариант второй, косуха. Это старинный пасьянс. Играется одной колодой в 52 карты. Цель игры – разложить карты по мастям в порядке от туза до короля в 4 колоды. Нажал. Косынка. Ой, блядь, как тупо я не ответил.
Да. Как-то больше не ответил. Я, знаешь, что? Я в голове такой, как косынка называется, блядь. Да, кстати, у меня тоже такое было. Так, давай проверим, что вот здесь за тему у нас так задвигаем. Поехали. Итак, вас ждут простые вопросы, цена которым 200 рублей. Внимание, первый вопрос. Арина Родионовна была няней Пушкина или Лермонтова? Ну, естественно, Пушкина Александра Сергеевича. Я подумал, что это этот мимолерс, понял, блядь. Итак, ты ответил Лермонтова. Нет, я ответил Александра Сергеевича Пушкина. 200. А как это получается? Дальше следующий вопрос. В какой настольной игре регулярно забивают козла? Господи. Забить, очень знакомое. Забить козла. Блять, домино. Во. Что? Там козел есть? Там рыба есть. Там рыба есть, там я рыба помню. Есть. Ну и, наверное. Да, во. Ты в тюрьме, бля. У тельняшки поперечные или продольные полосы? Продольные. Блять. Поперечные. Ах ты собака. Он выехал из России. А. Извините. Играем дальше. Следующий вопрос. Как одним словом называют текстовую информацию, которая идет после кино? Титры. Да? Нет? Блин, потею за 200 так. Следующий вопрос. Правда ли, что количество катетов прямоугольного треугольника совпадает с количеством гипотенуз? Да, правда. Да, правда. Нет. Сука! Так, а шутки про пробрить жопу, блядь, начинают как-то становиться не шуткой. Что за элемент? Бля, что? Дверь это, Андрей. А может быть... Нет, она называется дверная карта, по-моему. Я карта, блядь. Часовая. Причем я знал, тот ответ просто ляпнул, то ли послушал. О, я знаю. О, я, наверное, тоже. Бензобак. Да, у меня в коридоре стоит. Ты с ними, а? Ну, я засчитаю, сегодня и душный. Топливный бак. А там не определить, дизель или бензин? О, все знают. У меня не стерлись, кстати. Тормозные колодки. Будет фара, у которой Александра нет. О, это я знаю. У меня на спине они есть. Крыло. Какое? Левое. У него ручки! И копытца. Передние. Он фавн. Вопрос секретом. Кому отдашь? 800 у Андрея, 2500 у КамАЗа. Нет, Андрею. Блять. Да ты его знаешь, если ты... Стоимость 300. Что за агрегат? Двигатель внутреннего сгорания. Принял, Андрей. Все равно ты другой ответ уже не дашь. Вообще не дам. Это абсолютно правильно. ДВС. Да. ДБС. Так, алгебру не трогай. Ну, алгебра, по-моему, да. Правда ли, что женские сердца бьются быстрее, чем мужские? О, кстати, я слышал про это. Нахуй я пикнул, они могли сказать какую-нибудь хуйню, я подстилил бы. Теперь ты говори. Правда ли, что женское сердце бьется, чем мужчина? Ну, там надо писю качать. Наверное, нет, неправда. 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 Блядь. Правда. А почему? Потому что, блять, когда... Потому что... Я сейчас могу сказать, что... Чувство жажды появляется при потере воды, равное 1% от веса тела. Правда ли, что при потере 5% воды человек погибает от обезвоживания? Да, это правда. Угу. Принято. Играйте сами, блядь. Неправда. Как нажимать-то?
Необходима потеря более 10%, естественно. 5% у меня за треню выходит. Правда ли, что существует болезнь, которая набивает боязнь девственниц? Называют. Можно осуждаю. Человечку позвонить. На этом даже целая религия. Партенофобия. Правда ли, что люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные? Неправда. Но было правда, сейчас неправда. Блять, не прокнул. Правда. О, припикал. А почему? Ребята, вы давно в Чертаново не были? Вопрос с заставкой. Спасибо, Артур. Чернея! За номинал. Пас. О, смотри, львы дерутся. Скуф батл. Правда ли, что в Китае, если вас собьет машина, то, скорее всего, водитель намеренно переедет от вас еще несколько раз, ведь если же от ДТП выживет, то водитель будет платить ему половину зарплаты до конца жизни. А если погибнет, то отсидит 3 года тюрьмы и ничего платить не будет. Серьезно? Себе у них есть такая тема. Да. Проще убить, чем... Спасибо, Саша. Да. Есть. Дробь бывает правильная и неправильная. Правильная дробь. Больше одному и меньше одного равна одному, больше или равна одному. Неправильная дробь меньше одного. Меньше одного, говорит Саша. Хорошо. Сука, блядь, ужас какой, Саша. Так, подожди. Давай равна единице, Лапарт, если что, забирай. Равна одному. Принято. Блядь, забирай. Больше или равна одному? Мне этот Саня ни хрена математику не знает. Надо 0,5 кинуть в себя, чтобы хотя бы начать думать. Подождать, Саня, пока ты кинешь. Да у меня нету ничего. Отняла, да? Что в математике называют хордой? Радиус окружности, прямой соединяющий две точки кривой. Половину окружности, у меня живот болит, можно домой. Вариант Г абсолютно верный. Это хорда... Прямая соединяешь две точки кривой. Б ответ. Но шутка хорошая была сейчас. Б принял. Блять. Отняла. А Г как будто прям правдоподобно. Сейчас свинишком смотрит вот эту, как я рубил. Свинишка смотрит, да? Свинишком. У какой фигуры только два катета. Прямоугольный, треугольник, квадрат, прямоугольник или ромб? Только два катета. А это либо вот этот ответ, либо вот этот. Блин, давай попробуем А. Вариант ответа. Если нет, ребят, если нет, забирайте, короче, В. Слушай, она вот смотрит, да, ну, игру, нет? Ага, да. Слушай, а ты ей показывал, у нас с Андреем сегодня вопрос возник, ты показывал ей сиську-вагичку? Нет, ну рассказывал. Я ей все рассказал. Я тебе говорю, я ей все рассказал. Знаешь для чего? Я вот, вообще короче, все, как... да? Вообще все. Как вообще только, все, когда... да? Очень большая пауза была между... В коридоре. Вообще все. Большая вот, чтобы была. Когда вы познакомились, да, я тоже заметил. Чтобы вы не могли накидывать на меня. Я сейчас вспоминал. Не, Сань, я уверен, что не все. Я уверен. Потому что что-то вообще в принципе нельзя рассказывать людям, блядь. Не, ну то, что нельзя рассказывать, этого не было. Ну да. Подожди, мне сообщение пришло. Сегодня не приезжай. Эй, ты же сказал нам веб пикать. Если А не прокнет. Если прямая имеется окружностью две точки пересечения, то она называется режущая, отсекающая, секущая, делящая. Не переживайте, ребята, я дам вам время подумать. Давай, нам нужны ответы. Нам нужно минус один, давай. Ну все, подумали, теперь точно. Теперь точно как бы время. Давай еще перечитай. Ну что ты, Саша? Я считаю минус балл Саша, он не ответил. Тем более. Что такое ковариация в теории вероятности? Мер линейной зависимости двух случайных величин, степень возможности наступления к его событию, многомерная функция распределения. Скипайте, глупцы. Это Б вариант. Правильный. Б. Правильный Б. Бля, то ли прочитал. Так говорили Б. Б. Б, Е. Так, ну... Ну, давай попробуем. Ко... А, вопрос не прочитать ковар... Я понял. Б, он сказал, нет. Мера линейной зависимости двух функций распределения.
Блять. Ну ладно. Эники-бэники, ели вареньки, эники-бэники-бонс, а... Блять, а принято. Если это, а если это Г, реально, пацаны? А, нет. Вот она, теория вероятности. Да, так она и работает. Это же не она, да? Такси. Ну давай такси. О, за 1000. Итак, мы переходим к сложным вопросам, цена которым 1000 рублей. Поехали. Продолжите выражение. Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок. Играем дальше. Следующий вопрос. Снукер – это разновидность бильярда или покера? Блядь. Бильярда. Блядь. Бильярда, сказал Лапарт. Ага. Бильярда. Бильярда. Там красные шарики катают. Вопрос. Как называются нимфы деревьев в древнегреческой мифологии? Очень просто. Дриады. Вы что, вообще, блядь? Что ли? Алло, вы там это, врубайте сверху лампочку-то хоть иногда. Банка с какими тварями дала название одному из детективов Джеймса Хэдли Чейза? Мухами, тараканами, червями, клопами? Тоже простой вопрос. Что банка с какими тварями? Да отвечай наугад. Я и хочу. Долго думаешь, наугад не так отвечают. Клоп. Г. Клопай. Клопы. Клопай. Клопай. Миш Клопай. Миш Клопай, да, в натуре. Тараканы, червей. Ну, потому что ты долго думал. Вот если бы ты сразу... то мог бы угадать. Играем дальше. Следующий вопрос. Назовите самую популярную и известную марку венгерских автобусов. Оп. Автобуса. ЗИЛ. Пазик. Икарус. Ой, бля. Ой, мама. Сколько всего автоматов с яйцем находится в лаунже, включая сезоны? Гус-гус-дак. Без понятия, туда даже не заходил. Шесть, понятно. Понятно. Так, давай, Сань. Давай, ну его нафиг. Назовите марку автомобиля по салону, если назовите марку и модель X2 очки. А, так это же... Да. Блять. Тойота. Какая? Ну, по-моему, это Королла в 120-м кузове. Ты просто так, да, накинул? И про Тойоту тоже. Не, ну Тойота похожа. А, Марк 2. Слушай, я думал, у нее капот вытянутый. А я даже тот салон маленький. Только был. Назовите марку автомобиля по салону. Ну, по рычагу КПП... Это Хендай. Соната. Нет, Land Rover. BMW. А, ну это я не знаю. Сколько букв, чей-то пароль это? М364, маленький. О, со ставкой. О, Сань, нормально. Номинал. А, Андрюх, ты что, врываешься? Нет, я что-то... Что, Сань, перебить тебе? Да не надо мне перебивать, я и так ничего не говорю. Давай я тебя перебью, Сань. Приедешь и перебьешь. Зачем? Я не агрессивный. Когда синий. Назовите марку автомобиля по салону, если назовете марку и модель X2 очки. Это я знаю, это мне это надо. Я это я да, это да-да-да, я да-да-да. У меня была такая. Москвич. Ага. Жига? Фиат. Фиат. Ну, в принципе, вы... Это без шансов было. Ну да, как будто в ту сторону. Назовите марку автомобиля по салону. Пусть будет это Мерседес. Ага, ну да, конечно. С красной строчкой, конечно, с этой дешевой. Да, да. Конечно. Ну, пусть будет Мерседес. Ну, сразу видно дешевка машина, да? Нет, это Ауди! Ауди. Это Ауди. Я напоминаю, что согласно нашим правилам, а какая Ауди? Ну, врум-врум. Ну, модель можешь назвать? Даже модель а вот сказал. Как у Тони Старка была вот эта... А какая? Ауди Q8 какой-нибудь у него был, по-моему. Q8 что, блядь? Нет, Q8. О, боже мой. А, Семейный кроссовер, блядь. Назовите марку автомобиля по салону. О, я знаю. О, это просто. А, ну, потому что я ее хотел купить, думал. У вас Патриот, ты же вроде... А, нет, подожди. Тебе подсказать? А, блядь.
господи, куча дешевой электроники и так далее. Это хавал китайский. Вот. Хавал принято. Хавал какой-нибудь. Нет. Ну, у вас патриот тогда. Нет, ты на ручку ПП посмотри. Кого, куда? Volkswagen Touareg. Зря не купил. Мне не особо понравился корпус снаружи, типа. Сколько времени проходит с момента передачи бомбы до момента начала отчета до ее взрыва? 5 секунд. Ты просто вкинул на уверенности, да? Никто. Момента передачи до пиканья. 10 секунд. Мог бы 0.5 и зачитать. Сколько всего цветов предлагает игра для покраски вашего гуся? 16. Ну, просто наугад пизда. Не-не, 16. Хорошо, Саша. Не наугад. 18. Принято. Ай, бля. Не-не, пацаны, я в такие игры не играю. Да зря. 12. Сука. На какой из этих карт можно убить люстрой? Гуспечук, усадьба Кряков, подвал, матушка гусыня. Усадьба Кряков. Да, ты чё, Сань? Ага. Где? Кряков. Какой предмет кастомизации персонажа является самым дешевым? Пук. То он вообще-то за голду берется. Угу. Я не стал даже комментировать. Назовите часть игры Need for Speed, в которой был сделан этот скриншот. Это второй Need for Speed. Лада Рейсинг, мотоспорт. Же, по-моему, это правда в Need for Speed 2. По-моему, мне теперь тоже так кажется, как Асош ты сказал. А, там буквами надо. NFS... И пизда, Андрей. Подожди. Буквами, да? Там типа это вторая часть, но буквами. Первая часть просто Need for Speed одноиграл. Вторая была... А, это Porsche и это... Господи, Hot Pursuit, по-моему, или как-то так. Короче, Porsche или Porsche. NFS Porsche 99. Нет. 0.5 засчитаем. Одно из двух слов угадал. Алук, спасибо за фол. Ну, видимо, да. О! Блять, а как там она? А, я вспомнил. Underground. Нет. Это Need for Speed про стрит. Смотрите, мы избавились от токсиков на своей игре, и со мной даже со всеми моими решениями чат согласен, понял? Какой спорт? Про стрит, по-моему. Хорошо. Да. Боц, чеке-брике, чеке-брике. А вот это уже андеграунд, да, вот она. Боц. Это NFS Underground 2. Underground 2, принято. Да. Молодец, Саш. Я дыхание задержал, по-моему, минут на 10 сейчас. Угу. Ой. А вы специально литературу и физику на сладенькое оставили, да? Да. Чё ты больше всего хочешь? Не фатспит. Год какой? 2006, по-моему. Либо 3, я не помню точно. Ой, а я, блядь, вспомнил. Я не буду считать себе. 2000, я просто Most Wanted засчитаю. Ну, типа, потому что 2005 это уже душность. Овер. А как он назывался там от полиции, в натуре надо было угонять? Ход Пурсульт. Пурсульт у тебя, Саша. Пурсульт. Саша Пурсульт, кто-нибудь вызовите скорую. Вот так, давай, это литература наша любимая. Как звали... А Татьяна Ларина отца в романе Пушкина Евгений Онегин. Дмитрий, Дионисий, Денис, Даниил. Димас. Дмитрий. Димон. Правильно, Саш.
Мне не нравится этот Саша. Онегин. Мне не нравится этот Саша. Он знает литературу, он не знает физику. Мчащийся грузовик блокирует тормоза и останавливается. Если бы масса грузовика увеличилась вдвое, расстояние его скольжения было бы больше, меньше или осталось бы таким же. Расстояние торможения увеличится, не изменится, уменьшится. Спасибо, чат. Блять. Увеличится. Увеличится. Принято. Да. Нет. Не изменится. Не изменится. Принято. Наобум сказал, блядь, даже вопрос не понял. Ну, там два варианта было. Что большинство людей не умеет делать, по мнению профессора Преображенского в «Повести Михаила Булгакова. Собачье сердце». Читать, внушать, есть, мочиться прямо в унитаз. Блять. Есть. А, я думал, либо это, либо мочиться прямо в унитаз. Кто такой Федор Тимофеевич в рассказе Чехова «Каштанка»? Гусь, собака, кот, свинья. О, это помню. Гусь. Собака. Свинка. Да вы... Ладно. Ну, гусь. Блять, да, я так сам и сказал, гусь. Блядь. Так, ребята, в литературу не идем, пошли. Ай, бля. Че бы там? Мы первый раз всрали рулетку. Ай, блядь, ну не первый, но сегодня, да, первый. Продолжаем. Вопрос секретом. Да, конечно. Тысяча. Багет будешь? За отказ от такого щедрого предложения он может и убить. О ком идет речь? Иван Федорович Крузенштерн. Человек и пароход. Так, Андрей. Вин Дизель. Он вообще за все, что угодно. Андрей, а ты был, когда я бегал, говорил про это? Нет. Чего, блядь? Это в Гузназдаке, да. Я не знаю, почему это здесь, но ладно. Бродский писал, что в «Лампочке» ужас пола, а любовь убивает Купидона, обретает не ноль, отдохнет на эстонском шпиле, лишена глагола. Ну что, понеслась аниме? Нет. Вот лишена глагола. Вы не дошли до этого варианта. Теннисный мяч и стальной мяч одинакового диаметра падают одновременно. На какой шар действует большая сила? Теннисный мяч, стальной шар. Ну смотри, на какой сила, если... Если я сейчас начну эту херню разгонять в голове, то я, скорее всего, приду к неправильному выбору. И чисто логически, на какой шар действует сила... Какая сила? Сила давай притяжения. Ответим. Давай теннисный похуй. Я нет, так и знал, Саня, что... он легче же. Да, конечно, я знал. Там еще формулы, я все это вспомнил про скорость, массу. Диаметр у них одинаковый. Артем, ну не надо. Ну ладно, ну что ты начинаешь? Скорость объекта, падающего в воздухе, будет продолжаться неограниченно расти. Правда или ложь? Спасибо, Лима, за фоллоу. Ну, скорость падающего объекта вниз, она равна этой, как ее, масса, умноженная на g и на высоту падающего в воздухе, будет продолжать неограниченно расти. Ну, чисто логически. Да господи, там да, нет, да. Ну. Давай да. О, боже. Принято. Ложь. Блять. Мне не нравится этот Саша. Это Саша тупой какой-то, знает литературу. Научный факт это то, что вы верите правду, потому что вас этому научили. Предположение, которое проверялось снова и снова и всегда оказалось верным. Полное согласие компетентных наблюдателей за одним и тем же явлением. Обоснованное предположение, которое еще предстоит подтвердить экспериментально. Синтез набора данных, который включает хорошо проверенные предположения. Ну, давай Д. Д. Синтез набора данных, который включает хорошо проверенные предположения. Нифига, да. Факты предположения. Нет. Г.
Г. Обоснован предположение, которое еще предстоит подтвердить экспериментально. Я уже понял, что неправильно. Принято. Лопат? Не-не, пацаны. Да тут три ответа. В. Полное согласие компетентных наблюдать за одним и тем же явлениями. Кто компетентные? Кто? Вот кто очки надел? Чтобы найти компоненты вектора, вы должны нарисовать вектор с правильной величиной ориентации, измерить стороны прямоугольника, нарисовать прямоугольник так, чтобы вектор был диагонально. Все вышеперечисленное. Г. Эй, блядь! Блядь, отдай тысячу. Да! Нормально забрал тысячу. Я хочу литературу, хочу мультики. Нафиг вашу физику и математику, это кто это знает? Virtus Pro. Такое простое, боже мой. Спасибо, Лопар, ты меня спас только что, я понял. Я думал, игроки и будут. Да нет, простое. Бездна Яма, спасибо за рефолу на Бусти. Чей логотип представлен на фото? А я забыл, прикинь. Да, я не знаю. Здорово, укроп. Андрюха? Похоже на менструальную чашу. Маус, Мауспорт. Да, 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 да. Чей логотип? Да. Это я а тоже, в Фнатике. Человечек. Блять, я вспухнул! Блять! Человечек и с писькой. И Фнатик. Толь, не говори. Казахи. На телеканал «Звезда», похоже. Астралис. Кто? Астралис. Ну, там же есть а казахи, нет? Казахи, если Австралия. Там все казахи играют, весь киберспор казахи. Считается, что нельзя больше трех казахов в одну киберспортивную команду, иначе это типа слишком. А то это весь этот BTS выйдет. Как ваш ничего, красавицы и красавчики? Нормально. Как твое? По-моему, Ньюби. Ньюбай ты имеешь в виду? Ну нет, это вообще не они, не в ту сторону. Они победили Team Spirit. Когда-то. А кто это? Ликвиды. А, ликвиды, да. Жидкие. Это был наш специальный корреспондент с места событий, Александр. Да-да, Анатолий. Так, давайте, ребят, поехали. Ага. Шига! Семерка, Саш! Dodge Challenger! Чего, блядь? Куда, Андрей? Движочек 8-12. Полный привод. Чего, блядь? Так, стоп, блядь! Какого хуя сегодня происходит, блядь? Что, блядь? Саш, мне стыдно сейчас стало, кстати. Я пошел. Саш, такая хуйня постоянно происходит. Ты просто первый раз трезвый приперся. Да? Я буквально играю, как ты. Просто наобум слова пукаю. Вовако, спасибо за фоллоу. О, я знаю. Ой, ну это вообще изи. Блять. Дакш, спасибо за фоллоу. Это гелик, что ли? Брабус. Как он там? Гелендваген. Гелендваген. А Гелендваген это что? Брабус. Не, марка какая? А, Мерседес. Я тебя засейвил, блядь. Да, кстати. Это из Формулы-1 что-то, по-моему, нет? Маруся Вёрджин. Нет? Похоже на него. Похуй. Это, короче... Смотри, Сань. Это, короче... Ламборджини Галарда. Кстати, возможно то, что это ламбо реально. Блядь. Сюда, блядь. Сюда, блядь. Вот эти мои девочки, слышу, урчат, урчат тигрички. Вот она, вот она, вот она, урчат. А я даже не слышал.
Что это за девочка у нас такая? Ну-ка, подождите. Так, это у нас... Это у нас Шелби. А Шелби это что? Форд Шелби. Вот это вот, моя красотка. Да-да-да, это она, это моя малышка. Слава богу. Субарик это. А, Субарик. Ну, японок, ну, они такие, на своячка, как говорится. Мы, мужчины, предпочитаем зрелых машин. О, вот она, вот она. Слушай, Андрей. Вот она. Такая в конце. Да, это вот это моя машинка. Это моя малых, короче, это Форд Шелби. Это вот, ну. Ты просто знаешь одну оставшуюся машину, да? Да. Блядь. Там же не Шелби написано. Там Форд, там марка нужна. А, Форд, все, я понял. Ну, видите, мужчины зрелые. Андрей, Форд, Шелби, Мустанг, ты правильно ответил. А, да? Допустим, идем сюда. Это что за покемон? Так это Эш, нет? Сам? Нет, это покемоны. Где ты такого, такой этот видел? Хайру Эша. Крылопут. Чё? Не знаю. Зачем вы меня пугаете? Вопрос секретом. Кому он дашь? Кому поднасрёшь, Саша? Сань, может, покемоны твои? Это что? Ой, команда R. Её звали из команды R здесь. То есть, блядь, я про тачки ответил. О, я вспомнил. Я вспомнил песню и из-за этого вспомнил её имя. Там кто-то... Ну, чат, пишите быстрее. Блядь, Сань, не пишут нихуя. Вспоминай свою. Давай, наобум. Первое, что приходит в голову, прокает. Андрей. Ее зовут Андрей, да? Андрей, блядь. Это Джесси. Джесси, Джейн, команда R на службе зла. Выбор твой, сдаваться или же сражаться. У меня первая мысль в голову пришла. Джесси и Джеймс, короче. Что-то такое было, я не сказал. Я тебе говорил. Что за покемон? А какую звали? Да, сейчас скажу. Это Мисти, наша госпожа. Вот это вот. Как ты что? Моя девочка, сюда. Давай. У меня сигарет кончилась. Это что за покемон? Кто первый? Джеймс. Как ты сказал? Джеймс? Джеймс, да. Джеймс. Джесси Джейм. Джейм. Джеймс. Да, по-моему, Джеймс. Джесси Джеймс. Да, Джеймс. Уверен. Это окончательный ответ. Уверен на мужика. На мувик. Видите, уверенностью чисто. Его звали Володя. Володя. Это что за покемон? А я не помню, как его звали. Это Броук. Охренеть, как ты их запомнил с Мисти. Она запоминает, ёбать. Потому что я люблю хорошие машины. Можно сразу? Сюда. Если сова падает, то это совпадение. Если сова поворачивается, то это... Бля, ну... Наблюдение. Совращение. Да, блядь, чё вы, господа модераторы, не проще ли просто, ну, типа, это имя внести в список запреток? Чё вы хуйнёй маетесь? Объясните мне. Ты считаешь, что шутишь про то, что в Африке нет воды? Это смешно? Нет, это не смешно, потому что в этих шутках нет воды. Согласен. Да. Ни капельки. Угу. Сегодня в 6 утра я сделал открытие века, а в 6:30... Я открыл второе века. <с <с
Это что-то из Стэтхэма, по-моему, да, из раннего? Да. Капитан, земля, заткнись, дурак. Блин, я знал. Бля, даже вариантов нет. Мы только что отплыли. Десятиклассников Иванов тупо спалился. Гаражи, за которыми он курил... Ну, загорелись. Блять. А я же ножом пробил. Сгорели. Спалил. Спалились. Спалились. Видел только он. Все гораздо проще, блядь. Так. Куда? Что такое Гессер? Я не знаю. Это где нужно угадывать эти. Где это находится? О, ну это Италия. Да нет, все, по-моему, ближе к Барнаулу. Толя, это что? Это между Новосибирской областью и Алтайским краем Греция. Греция? Это там вот это Мискузи, Порфавора? Да. Понял, тогда да. Гречаночки наши, вот эти кубаночки. Да. Факт. А, ну это Казахстан. Это я сразу узнаю. Может, это Казань? Брал? Казань не брал. Ну, в принципе... Россия. Сюда. А, так надо было. Я уж тут город выдумываю. Ой, а мы, по-моему, это вид из нашего номера, не? Ну, это Чехия. Вы что, Прага? Вы что, вы, ребята? На полумесяц посмотри, который там. А, ой! Турция. Турция? Принято. Ну, наверное, не знаю. Нет, ну ладно. А я, наверное, лучше не буду, чтобы потом не извиняться. Италия. Ну, итальяну. А реально, а что за полумесяц там? Да это не так это. ABC США. Ладно, США, это Дубай. Думаешь? Это Дубай. Это Южная Корея. Мои вот эти казахстанские BTS, EXO. Блять. Так, хватит, Андрей. Америка, реально. США был. Алиэкспресс, кажется. Пусть будет. А знаешь, как просто определить? Да вот я смотрю вот на те две иконочки. Нет, вообще не туда смотришь. Вообще. А куда? А куда? Как определить? Обрати внимание. Вот ты думаешь, это туман? А это не туман. А что это? Япония. Не знаю Японию. Что? Ладно. Товарищ Ким Ир Сен вон там. А Ким Ир Сен, погоди! Ой, блядь! Слушай, я вообще подумал... Саша, блядь, Северная Корея! Я смотрел вот эти щеки, которые... Говорит, Китай, товарищ Ким Ир Сен! На каком расстоянии человеческий глаз способен увидеть пламя свечи? 5 км, 25 км, 100 км, 50 км. А чё никто не играет? Да похуй, 25 км. А, подожди, 25 что-то много. Ну. Ну я-то вижу, 25. Нет, подожди, в какое время суток еще интересно? Зачем, Саша, ты нажал? Зачем Андрей, она берет ответы эти в рот? Зачем все это? Зачем? Ну давай, 5 км. Куда 25, куда 50? Принято, 5 км. Да. Ну не 100. 50? 50? Ну это чисто я вижу. Какого цвета? Какая часть тела не растет с возрастом? Глаза, уши, нос, ногти, пенис. Да вы чё, блядь? Ну алло, ну блядь. Глаза. Ёпта. А что, а растут, да, думаешь? Ну такие чувства, блядь, в рыбье превращаются в огромные, иногда вылазят. Ну а вдруг ты качался и ты открыл что? Да, я знаю. Что, блядь, происходит? Почему у меня микрофон так реагирует? Какая часть тела у новорожденного мягкий хрящ, который затвердевает только в 3 годам? Мозжечок, шейные позвонки, колено, копчик. Это очень просто. Мозжечок. 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 Мозжечок твердеет, Саша? Ты имел в виду родничок и подумал о нем, наверное. Ну так мозжечок, это что, Саша? Ha 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 ha!
Серьезно? А что ты не дал мне ответить? Коленная чашечка. Мужичок, блядь! А я-то уже подумал про него. Нет, ну что, блядь? Я спутал с родничком. О боже. Звук какой частоты воспринимает человеческим ухом. Это очень просто. Это от возраста зависит. Вариант, вариант А. А. А я знаете, почему я знаю? Потому что, когда берешь оборудование, ну, типа, звуковое, там специально пишут диапазоны. Какой орган способен остановить даже при сохранении всего лишь 25% холодных тканей? О, почки, знаю. Легкие, это... печень, селезенка. 25% под печень. О, боже. Печень, точно печень. Да, печень. Принято. Она, да, восстанавливается. Чего ты хочешь, смерти моей? Я забыл подтвердить оплату. Саша сам себе донил, блядь. Вот это вот. Географию играем. Как называют самый высокий непрерывный водопад в мире? Ниагарский водопад? Конечно, нет. А, да? Так, Ниагарский. Ниагара. Итак, КамАЗ проигрывает второе желание. Напоминаю, согласно условиям второго желания, в течение часа давай, до давай, следующего готовка, вторника готовка. Включительно он должен в течение часа приехать на мою трансляцию в любое время. Кстати, пометочка. Если был звонок, и ты его не взял, то это от звонка уже начинается отчет часа. То есть, ну, чтобы не было такого, я не хочу, поэтому я скинул, типа не приеду. Нет, да такого не будет. Если тату для Саши, то, значит, на левом полупопе небольшой значок Спартака надо будет набить. Поэтому, Саша, всегда держи телефон включенным, блядь. Братан так хорош, и знаешь, как найти папирос. Вокруг тебя люди, которые хотят тебя поздравить с днем рождения и подарки подарить. Пожелать тебе удачи, отлично время провести. Тебе уже 17, можно тортику купить, все заброшки посетить и по крышам походить. От охранника бежать и весь день угорать, ведь круче твоего дара ничего не может стать.